Мне позвонила девушка, мы с ней учились раньше вместе, вот, и сказала то, что на Зырянке стреляют щенков. Я начала всех обзванивать, узнавать, ну, как бы, кто может. Может, думаю, не отстрел просто, может, просто как отлов идет, вот. А в итоге как получилось то, что на самом деле отстрел. Девушки отправили видео, которое и было опубликовано в социальных сетях. Жители считают, что хлопки, после которых щенки разбегаются, оружейные выстрелы. Но в полицию обращений не было, конкретных подозреваемых нет.